Так, надо обязательно сходить записаться на маникюр. Маникюр! Как много в этом звуке для сердца женского слилось, как много в нем отозвалось. Дима, давай только без этого. Маникюр, между прочим, это очень важно. Да, я понимаю. И поэтому прямо сейчас мы отправляемся в салон делать маникюр, и не простой. А золотой, да. Бразильский. Самое доброе утро. Меня зовут Пестова Наталья. Я мастер ногтевого сервиса. Сегодня поговорим о бразильском маникюре, который набирает обороты в России. Бразильский маникюр приобрел успех в самой Бразилии, Австралии, США и Европе. Этот продукт производится на основе натуральных компонентов – аллантоин, масло чайного дерева и мочевина, которые питают, увлажняют и восстанавливают кожу рук. Кератин и кальций отвечают за укрепление ногтевой пластины и способствуют ее росту. Преимущество бразильского маникюра в том, что нам не нужно будет больше использовать ванночку, воду, средства для размягчения кутикулы, масло и крем. Сейчас мы обрабатываем кожу рук антисептиком. Берем индивидуальный пакетик с бразильским маникюром. При необходимости подпиливаем ногтевую пластину, придаем ей форму. Распределяем состав в зону пальцев. Надеваем на клиента. Делаем массаж. По истечении времени нужно надорвать перчатку на кончиках пальцев. Отодвигаем кутикулу. При необходимости можно сделать обрезной маникюр. Далее снимаем перчатки и делаем массаж. При необходимости мы можем обезжирить ногтевую пластину и покрыть цветом. Бразильский маникюр можно использовать не только в салоне, но и в домашних условиях. Советуем для быстрого восстановления сухой кожи использовать в течение 3 дней 10-15 минут. Ухаживайте за собой. С вами была Пестова Наталья. Помните, красота в деталях.